Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Вклады и банковские карты физлиц теперь будут под контролем налоговых органов. С 1 июля банки обязаны сообщать налоговикам об открытии и закрытии вкладов населения, движении по ним денег, изменении реквизитов. До сих пор банки представляли налоговикам данные об открытых счетах только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – также компания или гражданин не смогут открывать новый счет или банковскую карту, если они имеют хоть один заблокированный счет. Если налоговая решит заблокировать счет или карту из-за, например, неуплаты налогов, уклонения от них или сокрытия доходов, то вы уже не сможете открыть новый счет до тех пор, пока старый не разблокируют налоговики. Кроме того, 1 июля налоговики будут вправе требовать информацию о наличии счетов и остатков на них даже вне рамок налоговых проверок. Правительство увеличило прожиточный минимум на 362 рубля. Теперь он составляет 7688 рублей на душу населения. По сравнению с четвертым кварталом 2013 года он вырос на 5,1%. Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет составлять 8283 рубля, пенсионеров 6308 рублей, детей 7452 рубля. Этот показатель рассчитывается для оценки уровня жизни населения. На его основании разрабатываются и рассчитываются государственные социальные программы и федеральный бюджет. Устанавливается минимальный уровень оплаты труда, размеры стипендий, пособий и других социальных выплат. Физические лица-резиденты продолжили в первом квартале наращивать вывод средств в страны дальнего зарубежья. Всего за границу ушло 11 миллиардов 200 миллионов долларов, следует из данных Центробанка. Это на 7% больше, чем в четвертом квартале 2013 года, и на 69% больше, чем годом ранее. Наиболее стремительно резиденты нарастили переводы в Швейцарию. За год сумма, переведенная в эту страну, выросла более чем в три раза, до трех миллиардов долларов. Для сравнения, в США было переведено всего 900 миллионов долларов. Украинский кризис по-прежнему давит на российский рынок. Впрочем, действия нового руководства страны на международной арене не помогают, а скорее раздувают конфликт. Из-за этого инвестиции в российские бумаги пока очень скромные. Но европейский и американский бизнес более ясно дают политикам понять, что санкции против России вредны и губительны. И в первую очередь для тех, кто их вводит. Курс доллара на 1 июля 33 ,84 рубля 84 копейки. Курс евро 46 рублей 18 копеек. Золото стоит 1428 рублей за грамм. Серебро стоит 22 ,89 рубля 89 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 112 долларов 98 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!